Ролик был создан при поддержке сообщества ВКонтакте Apple Blog. Привет, дорогие друзья, у микрофона Горин Илья, и сегодня мы будем смотреть очередной клон Flappy Bird, игру под названием Spikes. И хочу сказать сразу, что игра получилась очень даже привлекательной. Spikes выполнена в минималистическом стиле. Суть игры, конечно же, продержаться как можно дольше, ведь это таймкиллер. Наш пернатый герой заточен в квадрате с препятствиями, где каждую секунду с левой и правой стороны появляются смертельные штыки. Как вы уже догадались, задача игрока не наткнуться на колющиеся выступы, иначе игра будет окончена. С каждым следующим шагом становится все сложнее и сложнее продержаться, ведь препятствий становится очень много. Да еще и цвета меняются после каждого удара об стену, отчего становится еще сложнее. Управление традиционно осуществляется тапами по экрану. Игра отлично подойдет, чтобы скоротать пару минут в ожидании чего-либо. Распространяется Spikes, конечно же, бесплатно, но здесь время от времени появляется реклама. Ссылка на игру будет в описании. Над видео работал Горин Илья и Антон Машков. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большущие пальцы вверх и пишите свое мнение об игре под этим видео. Также вступайте в сообщество ВКонтакте наших друзей Apple Blog. Это лучшая группа об Apple устройствах. До скорой встречи. Пока.